Почти каждый человек когда-нибудь видел маяк, и все знают, что маяки указывают путь кораблям. Но вот зачем маяки мигают, почему маячные башни высокие, как выбирается место для маяка, об этом знают немногие. А сколько точно в мире маяков, не знает вообще никто. По официальным данным, в XIX веке только около крымских берегов ежегодно гибло до 20 кораблей. Представляете, какое количество кораблекрушений было по всему миру, там, где не было маяков. Течения у берегов могут быть очень изменчивыми и коварными. И если днем искусный моряк сумеет проложить курс и не налететь на скалы, то ночью, в темноте, это очень и очень сложно. Свет маяка позволяет определить положение корабля в пространстве и уточнить его курс. Самыми первыми маяками были разжигаемые на высоких местах берега костры. Чем выше был расположен костер, тем дальше его было видно. Но не на каждом берегу находились холм или гора. Поэтому там, где не было подходящего высокого места для разведения огня, люди уже в самые древние времена придумали строить маячные башни. Сохранились документы, которые рассказывают о маяках построенных древними египтянами, греками, римлянами, финикийцами, викингами. Пожалуй, самым известным древним маяком был Александрийский маяк, названный в честь города Александрия, где он и находился. Построен маяк был в 300-280 годах до нашей эры на острове Фарос в Средиземном море. Александрийский маяк был сильно поврежден землетрясением в 796 году нашей эры, а потом во время землетрясения 1326 года полностью разрушен. Однако сохранились свидетельства древних авторов, видевших маяк собственными глазами. Они рассказывали, что маяк от основания до вершины был высотой 180 метров а его свет был виден на расстоянии примерно 55 километров. Еще одним древним маяком был колосс Родосский. Медная статуя бога Солнца Гелиоса высотой около 35 метров стояла на греческом острове Родос в Эгейском море. По одной версии в руках у Гелиоса был факел, по другой он держал над головой чашу с пылающим огнем и сама статуя, и свет от огня были видны на большом расстоянии, и днем, и ночью статуя служила маяком. Простоял колосс всего 65 лет и рухнул во время землетрясения. Но слава его была так велика, что дошла до нашего времени, хотя точного описания колосса не сохранилось. Сначала источником света на маяках были горящие угли, потом фитиль, плавающий в горючем веществе. А затем люди придумали применять для освещения газ, на котором сейчас почти в каждой кухне готовят еду. Сначала газ использовали в фонарях для освещения улиц, а потом решили, почему бы и в маяках не поставить газовые горелки. Ведь маяки тоже лишь большие фонари, только освещают они не улицы, а путь морякам. Маяки стали светить ярче, когда швейцарский изобретатель Франсуа Агрант изобрел горелку, дающую в несколько раз больше света, чем лампа с обычным фитилем. Он установил за фитилем в маяке отражатель, усиливающий свет. Мощные отражатели в маяках появились не сразу. Инженеры многих стран долго думали, как сделать свет лампы более ярким, и в 1779 году знаменитый русский изобретатель самоучка Иван Кулибин получил яркий свет, отраженный в одну сторону, с помощью горячей свечи и нескольких составленных вместе зеркал. Чуть позже французский физик Агустен Жан Фринель изобрел линзы, которые усиливали отраженный зеркалами свет в тысячи раз. Их так и называли ⁇ линзы Фринеля ⁇ Получившиеся отражательные приборы стали называть рефлекторами. Теперь в маяках используют электрические прожекторы с мощными лампами, но зеркала и линзы для усиления света применяются в них по-прежнему. В разное время маячные башни строили из различных материалов. Из камня, из дерева, из кирпича, из чугуна. А бывают маяки совершенно необыкновенные. Например, Аджигольский маяк, построенный инженером Владимиром Шуховым. Вы наверняка видели на фотографиях спроектированную им телевизионную башню в Москве. Маяк Шухова очень похож на эту телебашню. Он был построен в 1911 году в виде сетчатой оболочки по технологии, изобретенной великим инженером. Маяк стоит у южного берега Днепровского лимана. Его высота 64 метра. Смотритель маяка – это человек, который вовремя зажигает и гасит маяк и следит за его исправностью. Теперь, когда маяки работают от электричества, смотритель может зажечь одновременно сразу несколько маяков, находясь от них на расстоянии. А раньше, когда в маяках использовались масляные лампы, он был обязан постоянно делать множество дел – очищать от нагара фитили, следить за яркостью и высотой пламени, чистотой отражателей, вовремя доливать масло. Все это нужно было проделывать каждый час и даже чаще. Трудная и беспокойная жизнь смотрителя маяка подходила далеко не всем, поэтому работать на российские маяки брали людей спокойных и исполнительных. К тому же, смотритель должен был быть грамотным, понимать в морском деле, владеть ремеслами и уметь оказывать медицинскую помощь, ведь до ближайшего жилья и до врача от маяка было добраться непросто, а иногда и невозможно. Первые маяки появились в России при Петре I, тогда же, когда был основан российский флот. Первым российским маяком считается огонь, зажженный 4 апреля 1704 года на Петропавловской крепости. О днем создания маячной службы России считается 8 июня 1807 года, когда император Александр I утвердил положение о содержании маяков и штате маячной команды. Время идет. Системы навигации, то есть мореплавания, развиваются, и роль маяков уменьшается. Но люди по-прежнему поднимаются на башню и смотрят с площадки маяка на бескрайние морские просторы. Наверное, они представляют себе те далекие времена, когда еще не было ни телефонов, ни радио, ни космических спутников. И лишь спасительный огонь маяка мог указать капитанам правильный путь в ночном разбушевавшемся море.